губернатор края Вячеслав Шпор посетил стройплощадку компании «Скиф Агро ДВ» под Хабаровском, где возводится современный свиноводческий комплекс. Он осмотрел территорию будущего сельхозпредприятия, после чего провел совещание по развитию производственных мощностей. Инвестиционный проект группы компании «Скиф» является одним из крупнейших в сельхозотрасли Хабаровского края. Он реализуется на площадке «Ракит» на территории опережающего социально-экономического развития Хабаровск. Общая стоимость оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Количество выращиваемых свиней составит 70 тысяч голов в год. После ввода в эксплуатацию животноводческий комплекс ежегодно будет выпускать более чем 5 тысяч тонн мяса. Вячеслав Шпорт обсудил с руководством предприятия вопросы, решение которых поможет ускорить запуск свиноводческого комплекса. Уже в сентябре этого года «Скиф Агро ДВ» планирует завершить первую очередь. Будут сданы 5 корпусов зданий репродуктора. В них поместят 1240 свиней, которых доставят из Канады. Главное, что беспокоит, это будет ли у нас необходимое количество земель под кормовую базу, сообщил генеральный директор группы компании «Скиф» Андрей Женых. «Мы получили более 6,5 тысяч гектаров в Вяземском и Хабаровском районах. Нам нужно еще около 3 тысяч гектаров. Второе – очистные сооружения. Сливать отходы нельзя, так как они пойдут в местные речки, а затем в Амур. Поэтому надо решить. Также важно прояснить, получится ли у нашей компании возмещать НДС в ускоренном порядке. Сейчас срок рассмотрения заявления в налоговой составляет не менее 3 месяцев, а нам нужны эти деньги срочно для погашения кредита. Для резидентов ТСР законом допускаются ускоренные процедуры». Вячеслав Шпорт поручил руководству профильных министерств оперативно разобраться по каждому из вопросов, поставленных инвесторам. Так, утилизацию отходов можно производить либо своими силами, для чего придется построить очистные сооружения, либо транспортировать их по трубе в соседнее село Дружба. Что касается обеспечения кормами, то альтернативой может стать привлечение частных домохозяйств. Администрация Хабаровского района пообещала провести переговоры с крупными подворьями. Также в районе есть 600 гектаров федеральных земель. Правительство края направит обращение в федеральный центр о возможности их передачи компании «Скиф Агро ДВ». В отношении возмещения НДС руководство компании разъяснили, что законом действительно разрешается сокращать сроки рассмотрения заявления от резидентов ТСР. Для этого потребуется предоставить поручительство своей управляющей компании ТСР Хабаровск. «Инвестиционный проект «Скиф Агро ДВ» для нашего региона приоритетный», — сказал Вячеслав Шпорт. «Компания выполняет все работы по графику. В свою очередь, мы тоже стараемся оказывать им максимальную поддержку». Инвестор обозначил круг важных вопросов. Каждый из них мы оперативно отработаем. В итоге, после запуска компании наполнит наш рынок местной свининой. Поэтому такой проект крайне необходим. Отмечу, что очень важна экологическая составляющая. Как показало совещание, есть пути нормального решения без ущерба окружающей среде. Напомним, что полностью проект строительства свиноводческого комплекса должен быть реализован к 2019 году. Он предусматривает строительство репродуктора, элеватора, комбикормового завода, 3 газовых котельных и другой соответствующей инфраструктуры. Новый комплекс даст Хабаровскому краю 165 новых рабочих мест.